Всем добрый день. Сегодня мой отзыв о конфетах Джази. Их я уже беру не впервые. Мне они очень нравятся. Чаще всего я покупаю вот в темном фантике. Почему, я вам объясню чуть позже. А сейчас вот посмотрите. Джази в белом фантике. Это нуга и карамель. А в темном фантике, вот здесь даже написано, вот, нуга, арахис и карамель. То есть они также отличаются не только фантиком, цветом фантика, но и наполнителем. Производят эти конфеты в Нижнем Тагиле, торговая марка КДВ. Давайте посмотрим, каких начать. Ну, давайте вот с белых, с белом фантике. Разверну конфетку. Вот, в белом фантике. Вот так выглядит конфета. Очень симпатичная такая, гладенькая. Нет трещин, вмятин, там разломов каких-то. Посмотрим, что внутри. Мягкая-мягкая. Вот. О, тянется. Это карамель. Вот здесь же написано нуга и карамель. Получается, вот здесь вот нуга в основном, а карамель вот под шоколадной глазурью тоненький-тоненький слой. Конфета очень нежная, прям нуга такая вкусная, 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 и глазурь вкусная. Иногда глазурь какая-то вот как с соей, а это вот прям вкусная. Я не скажу, что это прям настоящий шоколад, но как молочные. Вот смотрите, вот под глазурью карамель жидкая тянется. Вкусно, вкусно, вкусно. Так, хорошо. Так, теперь давайте посмотрим, что же представляют собой конфеты в темном фантике. Как я говорила, это у нас что? Нуга, арахис и карамель. Вот, по форме конфета абсолютно такая же, как и в светлом фантике. Ну, я думаю, отличает их начинка, наполнитель. Но она тоже мягкая, смотрите. Вот, нуга. А вот арахис. Видно вам, наверное, да? Вот, вот здесь вот кусочек, прям большой кусок арахиса. Получается вот нуга. Вот снизу получается нуга. Потом идет тонкий слой карамели и арахис. Кусочки прям арахиса. Конфеты очень вкусные. И вот, вот эти вот в коричневом фантике, где арахис, как только раскрываешь, фантик снимаешь, прям жареным арахисом конфеты пахнут. Я думаю, что это не ароматизатор арахис, а именно от самих орешков. Конфеты мягкие, поэтому можно есть и тем, кто не любит жесткие конфеты. Единственное, что арахис все-таки в зубах застревает. Поэтому вот выбирайте сами, какие вы конфеты будете покупать. Вот эти вот получаются мягкие, мягкие, нежный вкус. А вот эти с арахисом, и они сильно пахнут орехами. Надеюсь, мой отзыв вам
пригодился. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!